Предлагаю сделать фаршированные яйца более интересной закуской. Для этого их нужно одеть в золотистые шубки из панировочных сухарей и обжарить на масле, а потом фаршировать тунцом. Смотрите, прочитав мой рецепт, вы узнаете, как приготовить обжаренные фаршированные яйца. Закуска готовится очень быстро, выглядит оригинально и необычно. Начинку можно изменить, выбрать другую, у меня классика, тунец и желтки. Белки после жарки приобретают хрустящую вкусную корочку из сухарей, в сочетании с нежной начинкой очень даже интересно. Пробуйте. Яйцо 5 штук. Тунец консервированный, 100 грамм. Майонез, 1 чайная ложка. Сухари панировочные, 3 столовые ложки. Мука пшеничная, 1,5 столовой ложки. Масло растительное, 200 мл. Соль, перец черный молотый, по вкусу. Зелень, по вкусу. Количество порций, 8-1. Подготовьте продукты. Приступим. Отварите 4 яйца вкрутую. Остудите и снимите скорлупу. 1. Подготовьте продукты. Приступим. Отварите 4 яйца вкрутую. Остудите и снимите скорлупу. 3. Яйца порежьте на половинки, извлеките желтки. Каждую половинку белка запанируйте сначала в муке, потом окуните в яйцо, затем в сухари. 4. Разогрейте маленькую глубокую сковороду или кастрюлю с маслом и обжарьте яйца до золотистого цвета. Положите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. 5. Желтки соедините с тунцом, без масла, и майонезом. Перемешайте. Добавьте соль и перец черный молотый по вкусу. 6. Наполните белки начинкой. Украсьте зеленью. 7. С наступающим!